В Италии рекордный наплыв мигрантов. За последние несколько дней на Лампедузу прибыли свыше 2000 беженцев. Центры приема переполнены. Властям пришлось экстренно переводить нелегалов с Лампедузы в другие регионы страны. Отмечу, что остров уже давно не справляется с огромным потоком прибывающих мигрантов. В основном это выходцы из Северной Африки. Месяц назад Италия объявила режим чрезвычайной ситуации.